Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить этот, можно сказать, бесконечный уже вор, вот, золотое здание. Итак, мы с вами в прошлой серии побывали вот здесь в гробнице каких-то там магов огня, что ли, или хз, как это назвать. Нашли с вами какой-то рычаг, вот, рычаг нашли, медальончик еще какой-то. Вот. И отправляемся дальше исследовать. Так, как-нибудь бы, я не знаю, как-нибудь бы забрать эти стрелы. Хз. Так, иди-ка. Нет, не получается мне забрать стрелы. Я думал одновременно нажать все кнопки, которые нужно. Так, я сейчас... О, получил! Бляха! Получилось забрать стрелу, но я упал. Я упал и разбился. Давай еще раз. Хер. Хер. И... Хер. Ну ладно. Нет, так нет. О, погоди-ка, я смогу забрать. Хотя бы одну стрелу у меня получилось забрать. Ладно. Две стрелы, пускай будет хоть какой-нибудь небольшой запас. Вот. Так, а здесь я... Ага. Да что там мешает-то, Гаррет? Ты чё застрял-то? Вот, так, там двое стоят. По-моему, я их не оглушал. Вот. Там двое стоят, надо как-то мимо них пройти. Здесь еще вроде, когда я заходил, я заметил. О. Вот эту штуку. Огненную стрелу. Окей. Тихо, тихо, тихо. Все, отлично. Здесь я ничего не пропустил. Никаких тут медальонов еще. Окей. Так, теперь надо отсюда выйти. Я уже забыл, что мы здесь прыгали, короче. Но здесь можно уже пешком пройтись. Без всяких там прыганий. Так. В этом месте я не помню, мы все смотрели или нет. Погоди-ка. Как там не выйти? Ага, это главный зал. Здесь. Все разрушено. Сюда я, по-моему, не ходил или ходил. Кто помнит? Кто помнит, то скажет. Нет, я сюда не ходил, смотри, свиток. Дабы почтить память нашего усопшего отца и короля Ватарака, сына небес, Колизей возведен им для подданных своих. Будет запечатан на год и один день. Год и один день, нормально. Да будут закрыты врата, и никто не увеселится, покуда небеса и земля дрожат и оплакивают смерть брата своего. Так говорю я, Ватаран, сын небес. Окей. Так, некий Колизей, в котором мы, судя по всему, еще не были, запечатан, получается. Так. А, ну все, ну все, ну все, ну все. Здесь я все прошел, там я вот был. А, здесь наверх я заходил, да, здесь я брал маски. Хорошо. Здесь что? А, здесь у нас... Ага. Все, короче, уходим отсюда. И давайте смотреть, где мы еще не были. Здесь мне, вот здесь, в принципе, не про... Хотя... Хотя, погоди.
Я могу здесь пройти. Я почему-то думал, я здесь не пройду. Или я здесь был уже? А, все понятно. Все понятно. Зря только спрыгнул. Вот. Зря только спрыгнул. Продолжаем, короче, продолжаем. Был этот звонок. Вот. Был звонок на телефон. Знаете, когда вот целыми днями ты сидишь, да, и никто не, вот, не звонит, никто не пишет, не звонит. И как только сядешь, короче, записывать, да, там серию или что-то еще, блеха, начинают призвонить. Как ждут, как ждут. Вот как ждут. Я, короче, тут теперь запутался. Где мы, короче? Куда мы? Где мы? Где выход? Где, мать его, выход? Вот выход. Окей. Значит, там нам делать нечего, там проход обратно идет. Так, куда мы еще с вами не ходили? Мы с вами не ходили. Так, погоди, вот здесь. Вон там есть проход, помните, да? И, по-моему, вот не помню, вот здесь вроде. А, или здесь. Погоди-ка. Погоди-ка, или здесь. Так, а что здесь за проход-то? Я уже забыл. Мы были в прошлой серии здесь, но я забыл, где. Куда? Куда это ведет? А! Все понятно, куда это ведет. Так. Я боюсь, короче, по этой штуке идти. Давайте вот здесь осмотримся. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я боюсь по этой штуке идти. Я думаю, она развалится. Вот этот мостик маленький. Поэтому обошли стороной. Так. Есть такое предположение, что вот это нас приведет все равно, ну, там в обход. В обход, возможно, приведет, но это не точно. Так, хорошо. Снова какие-то тут. Снова какая-то крепость. А, ну здесь понятно. Вход только один. Давайте посмотрим. Так, кто-то кашляет. Кто-то, мать его, кашляет. Ага. Здесь у нас тоже эти, получается. Опа. Хорошо. Тоже. Монахи, маги. Смотри, сколько тут добра. Как всегда, ходов. Ладно, давайте, как шли, так и пойдем. Там уже будем решать. Вот здесь еще ходов целая куча. Еще вниз смотри куда-то. Ужас, ужас. Давайте, короче, поверху. Да это приведет. Жесть. Тихо, тихо, тихо. Так. Он стоит спиной. Он, кстати, смотри, наверх можно забраться. Либо всему там дерево. Отлично. Так, я думаю, потушить надо. Раз.
20. Ну, туда наверх можно пробраться. Да я не знаю, пока стоит, не стоит. Давайте-ка здесь походим по этому этажу. Запомним, что там есть проход наверх. Здесь у нас завалено все. Понятно. Здесь нам не пройти. Давайте осмотримся пока здесь. И спустимся вниз, давайте. Уговорили. И не думай бежать. Яха. Да залазь ты! Отлично. Я уничтожу тебя. Тьма не сможет скрыть тебя. Так, а что здесь? Здесь у нас... Мне удалось найти нашего незваного гостя. Исцеляющее зелье? Окей. Тебе не удастся вечно скрывать. Он скрылся во тьме, но время на моей стороне. А, газовую стрелу взяли еще одну. Тебе не уйти от неизбежного. Готовься умереть. Бляха. Так, а где мои? Так, минус один, хорошо. А второго, давайте, я не буду, короче, напрягаться, и я его сделаю вот так. Я уничтожу тебя. Да в смысле ему похер? Почему вот этим похер? Тебе не удастся бить. Жесть какая-то, почему им похер? Ого, ого. Откуда начал-то? Так, хорошо, ладно. Не буду я тратить стрелы водяные. Там тупик. Спускаемся вниз. Так, идет. Где? Бляха, вот этот свет. Да в смысле? Видишь ли ты смерть, что таится во тьме? А где там? Тебе не скрыться от твоей судьбы. Фу! Вот это сейчас было опасно, короче. Вот это было сейчас опасно. Но у меня получилось. Так, окей, здесь у нас огненная стрела, зелье. Давайте его сразу примем. И газовая стрела. Бляха, еще тут ходы. О, погоди-ка. А здесь надо рычаг, наверное, поставить. Я выдвинул какой-то мост. Погоди-ка, а это не та штука, короче, помните, где вот мы недавно читали про Колизей? Типа он запечатан. Может это... Мост к Колизею к этому. Так, здесь тупик. Как вариант. Ладно, допустим, сейчас разберемся. Окей, а... Да, ты смотри. Ясно, понятно. Окей, погоди, я здесь еще не все осмотрел, поэтому туда не пойдем. Давай-ка. Так, здесь были. Здесь что? Туда мы заходили? Отсюда мы пришли, по-моему. Вроде как. Да, отсюда мы пришли. Давайте идем сюда. Вот сюда пойдем. Так. О, ништячок. Вот представь, если бы я сейчас ушел отсюда, сколько добра я бы пропустил. Не пытайся
Стоит, бляха. Жопу греет. Че ты жопку-то свою греешь тут? Так, ладно. Он за мной-то не побежит? Бляха, бежит. Ай, хотел спрятаться, а здесь свет загорелся. Ладно, я скрылся во тьме. Я скрылся во тьме. Так, забираю все. Добро. И здесь что? Блёх, еще вниз смотри. Ну, давай спустимся, чушь. Так, а что это? Намериди... О! Так, окей, а мне еще надо... медальоны найти. Найти талисман. От заведующего протоколом Вейтона кому? Хранителю ключей Фукану. Говорят, Ватаран закрыл Колизей по причинам, далеким от благочестия. Через год и один день траура Таран скорее всего придумает способ, как заработать деньги на этом здании. Что для его отца? Веселье толпы. То для Тарана звон монет. Мысль сохранить ключ вместе с Ватараном, с Тараком. Ватаран, Ватарак. Было гениально. Никто не тронет его, а когда он понадобится, его вполне могут украсть расхитители гробниц. Наш новый правитель коварен. И я, смиренный служитель, опасаюсь за Каразддин. Окей, это все летописи жителей, видимо, этого города. Затерянного. Ватараны, Ватараки. Просто пипец. Одна буква поменена и все. Так, давай сюда. Что у нас здесь? А, погоди, погоди, погоди. Тут я уже ходил. Так, а здесь я тоже ходил уже. А, и все, что ли? Это получается все ходы? А изначально казалось, бляха-муха, столько всего много, да? Капец. Судя по всему, все. Отсюда я пришел, это вход. Ага. Ну, давайте идем, короче, туда, к мосту. Погоди-ка, это не сюда? Или сюда? Туда, к мосту. И посмотрим. А, погоди-ка, нет. Стой, я еще вот здесь не был. Я еще наверх не залазил. Ну-ка. Так, делаю следующее. Да ладно! А я почему-то думал, уверен был, что это деревянная. Погоди-ка. А балка тогда? Балка тоже не деревянная. Как тогда наверх попасть? Так, вот эта балка, она деревянная? Да. Окей. Ну, тем лучше, в принципе. Я смогу забрать стрелу. Так, ладно, давай начнем вот отсюда. Здесь чисто сокровища, короче. Чисто почти в каждой комнате лежат какие-то безделушки, которые можно стащить. Нормально, нормально так. Сейчас понаберем, короче. Так, погоди-ка. Да бляха, застрял. Так, окей. Давай сюда. Здесь пусто, никого нет. Смотри, маска. Еще одна маска. Кстати. Там был, помните, рожа такая. По всему видимому, была, короче, типа мага огня или мага земли. Мага огня, скорее всего. А это маг ветра, короче. Маска... не маска. Ну, короче, вы меня поняли. А, да ты погоди, смотри. Я вон оттуда, помните, смотрел сюда. Понятно. Так, а здесь что? Здесь завалено все. Туда...
Походу не пройдет. Там камень. И стрелой не выстрелить. Так, окей, здесь все. В принципе, давайте отправляемся, короче, по мосту. Хорошо, не разбился. Так, по ходу дела шары летают. По ходу дела шары. О, посмотри. Здесь проход. Там, здесь. Давайте сюда заглянем. Или это от лавы такой звук? Знаешь, похоже на шары на эти. И... А, понятно. Понятно, что это за место. Так, на крыше есть что? А, ну на крыше тут дырка. Все ясно, понятно. Это... Как будто, знаешь, такой потайной ход. Хорошо. Ладно, стрела водяная пускай будет наготове. Мало ли. Мало ли. Так, все пусто. Мы еще с вами не нашли медальоны. Не все медальоны, походу, нашли. Либо я где-то пропустил, либо они где-то еще впереди. Он так булькает. Забавно. Так. Здесь, в принципе, нет ничего. Надо, наверное, вниз спускаться. Нормально такое, да, сооружение без окон, без дверей просто. Внутри-то по-любому что-то есть. Хотя фиг знает, может просто так выложено кирпичами. Да, смотри, водяных стрел. Водяных стрел очень много. Очень много дают. Уже 30 штук целых. Это с учетом того, что я, короче, еще потратил. Так. Труп. Судя по всему, здесь медальон должен быть. Отлично. Отлично, осталось найти только талисман огня. Еще стрелы. Стрелы с веревкой. Отлично. Просто отлично. Так, мы только что наткнулись на высокую крепкую башню и приняли решение поместить талисман туда. Лестница, ведущая на верхний этаж, давным-давно разрушилась, что весьма затруднительно затруднило подъем. Эрик, указав на выступ, опоясывающий башню, предложил, чтобы кто-нибудь из нас положил талисман там. Я беспечно посмеялся над его предложением. Это меня тревожит. Завтра мы отправимся назад той же дорогой. Мне все же очень интересно, чего пылающие элементалы столь отчаянно сопротивлялись, когда мы шли мимо. Успокоятся ли они теперь, когда у нас больше нет с собой талисмана огня? Погоди, эта экспедиция, она вернула талисман сюда? Погоди, эта экспедиция, это хранитель, ну, экспедиция из хранителей или что? Я думал, эта экспедиция какая-то просто типа этих искателей там приключений, искателей сокровищ. Судя по всему, эта экспедиция состояла из хранителей. Из группы хранителей. Так, погоди, надо наготове водяные стрелы держать. Какой ужас. Да, действительно. Какой ужас. Туда мне не забрать. А, нет, погоди, вон деревянная. Балка есть. Я, в принципе, могу туда забраться. Так, надо как-то перепрыгнуть.
Ай-яй-яй-яй, отлично. Отлично. Теперь аккуратно назад. Та-та-та-та-та-та. Потому что малейшее прикосновение к этой лаве, и я труп. Так. Погоди, я думаю, надо вот здесь вот залазить. Так, стрела с веревкой. Я думаю, вот здесь надо залазить и по крышам перепрыгивать. Так, забираю. Охранка. Бляха! Хорошо. Забираю. Попробую отсюда. Хорошо. Хорошо. Потому что оставлять стрелу я не хочу. Так, и здесь по краю. Отлично. Окей. Здесь как-то надо аккуратно. Могу допрыгну? Допрыгнул. Отлично. Выбраться бы потом отсюда. Как? Тихо. Все отлично. Так, стрелы наготове. Думаю, я приближаюсь к этому талисману огня. И вот эти элементали, они будут очень и очень сердиты, я думаю. Так, надо их нейтрализовать всех. Хорошо. Видишь, не зря давали, короче, эти водные стрелы, потому что я думаю, сейчас будет начнется бойня. Возможно. Возможно и нет. Так, я все, мне только осталось найти талисман огня. Окей. Лишнего не будет. Так, что здесь? Огненный дождь обрушился на нас с небес. В храме Эн-Лахотепа принесли в жертву 4 священных животных, чтобы умиротворить рассерженную землю. Но окрашенное кровью подношение не помогло успокоить ее. Окей, здесь еще жертвоприношение божеству приносили. Так. Погоди-ка. И как? Я оттуда пришел. Так, погоди-ка, а как? Это же не деревянное. Или деревянное? Стоп. Стоп, а как мне наверх попасть? Попробовать здесь. Как-то. Окей. Далековато. Так, аккуратненько. Далековато идти. Чуть далековато идти-то. В смысле ты отталкиваешься от него? Гаррет! В смысле? Гаррет! В смысле он отталкивается от него? Я что-то не понял. Лучше найти другой путь. А в смысле другой путь найти? Залазь давай. Баран. Так. А как залазить-то?
Через крышу никак, погоди-ка. И как вы прикажете мне поступить, а? В смысле? Ну-ка. Бляха! Зря я только, короче, эту стрелу истратил. Ну ладно, у меня пока еще есть. Так. Аккуратно. Аккуратно. Хорошо. Хоть не отталкивается. Отлично. Нехило. Да в смысле ты? What the fuck, Гаррет? Ты что творишь? Так. Погоди, а с этой стороны может? Да Гаррет, ну ёб твою мать, а! Как ты меня задрал-то? Чё ты такой криворукий-то, бляха? Да в смысле ты не цепляешься-то, дебил? Вот какого хера? Гаррет, ёб твою мать. Бляха, такой сложный, бляха. Отлично. Пусто. Талисман огня. Хорошо. Пусто. Так, талисман огня. Отлично. Уйти из затерянного города. Все, отлично. Теперь возвращаемся. Только так. Стрелы наготове. Здесь аккуратно надо спуститься. Стрелы наготове, короче, потому что я думаю, что сейчас нас начнут атаковать огненные элементали. Почему-то я уверен в этом. Либо огненные маги. Бляха, я ж сказал. На, падла. Смотри, 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 сколько их там летит. Отлично. Так, а возвращаться как? Я допрыгнул он дотуда. А, херушки, я допрыгнул дотуда. Окей, возвращаемся тогда. Как и пришли. Получится, нет? Смотри, смотри, смотри. Ждет уже, падла. Так, откуда я пришел? Здесь, да? Через эту пещеру. Судя по всему. Так, наверх, да? Там, в принципе, можно не по мосту пройти. Так, стоп, а как я сюда попал? А, я перепрыгнул. А, нет. Все понятно. Так. Хорошечно. Сохраняемся. Так, где там выход? Пофиг, как бы так, в принципе, и поэтому по мосту пройдем, да? Выход, 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 выход. Выход, 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 выход. Так, где там выход? Погоди-ка. Погоди-ка, вот он. Так.
в принципе, все. Как бы осталось только убежать от Седова. Держи. Думаю, мне стрел хватит, чтобы выбраться отсюда. Хорошо, что не взорвалось. Так, элементаль. Леха! Вот именно в тот момент, когда я начал стрелять, и он выстрелил. Так, хорошо. А их же, смотри, не оглушить. Не осветить. Вспышкой даже. Отлично. Мастерски, просто мастерски. Они, получается, летают, похоже, исключительно по... над этой, над лавой. Хотя фиг знает. Нет, хотя они летали и над этим. Над землей просто. Просто где лава, там их больше. Походу. Так. Надо вот отсюда теперь выбраться. Стараться. Промазал! Отлично. Окей, а где здесь выход? Я забыл. Ага, вон у тебя. Решетки, заборы. Понятно. Делить, я думаю, серию не буду. Оставлю ее, короче, такой, как есть. Пускай она такая будет длинноватая. Чё ж поделаешь. В принципе, это уже конец. Так, все правильно иду, да? Да. Лови. А, нет, неправильно. Погоди-ка. В смысле? Так, где выход-то? Во. Нашел. Хорошо. 16 стрел осталось. 16 стрел осталось. А, Бурик. Хрен с тобой. Живи. Владись. Сюда я больше... не вернусь, наверное. Хотя хз. Вроде говорили, да, в комментах, то, что я в последующих частях сюда вернусь. Так где выход-то? Стрелы я далеко убирать не буду, потому что мало ли здесь сейчас будет элементали. Как будто фейерверк, знаешь, перед выходом. Ура! Ура! Он вышел. Отлично. Отлично, друзья. Миссия комплете. Так, давайте посмотрим статистику, что у нас из этого вышло. 1,5 часа, как всегда. Вот я говорю, где-то почти 1,5 часа каждая миссия. Так, 200 монет я где-то пропустил. Окей, не страшно, в принципе. Ага, убито. Отлично.
Отлично, друзья. Ну что, на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.